Тариф минивэн. Что мы про него знаем? Какой заработок? Какие заказы? Как вообще в сезон, вне сезон идет работа? Очень мало мы знаем. И сегодня мы приоткроем немножко эту тайну и посмотрим, что у нас творится в тарифе минивэн. Ну а чтобы видео было чуток интересней, будет соревновательный процесс. То есть будет минивэн Виктор против меня, эконома. Мы уже с ним снимали год назад. Почти ровно год назад. Сегодня я посмотрел. Мы снимали 24 сентября. Сегодня 15 сентября, по-моему. 14. 15 сентября сегодня. То есть почти год назад. Но мы снимали бизнес против минивэна. И тогда минивэн натянул бизнес. Несмотря на то, что сентябрь уже не считается как бы сезоном. То есть сезон у минивэна — это именно летний период, да, когда люди едут куда-то отдыхать, там на Копчегай, либо на какие-то зоны отдыха, типа там на 8 озер или еще что-то в этом роде. То есть лето по большей части считается у минивэна сезоном. Но сейчас еще тепло, выходной день сегодня, воскресенье, и все равно, я думаю, еще пользуется спросом тариф минивэн. Но об этом мы узнаем сегодня. Победит ли минивэн эконом как бизнес в прошлый раз или нет, пока это остается под вопросом. Виктор уже ждет меня на назначенном месте, и я уже приближаюсь. Так, приехали мы на место назначения. Виктор уже ждет. Приветствую, Виктор. Привет. Так. Работает на Honda Odyssey. Вот такая вот лошадка. На газу, да, она? Да, газ, бензин. Работа на газу. Уже сколько? Уже ты работаешь? Года два, да, наверное? Минивэн. Ну, чисто минивэн я посмотрел, наверное, больше двух. Ну, уже год, ровно год получается. 24 сентября в том году мы снимали. Сегодня 15 сентября. Но мы снимали против бизнес-тарифа, то есть минивэн против бизнеса, и минивэн натянул бизнес. Посмотрим, что случится, что будет с экономом. В принципе, время 6 утра, мы сейчас будем выходить на линии и посмотрим. В прошлый раз Виктор уехал первый и победил. Может быть, мне повезет в этот раз больше. Сейчас явно ты первый будешь. Да, так, мы с тобой не обговаривали условия, сколько по времени покатали. Ну, целый день, понятие, растяжимое, у кого-то 8 6, часов в день. 6, до 6. Да, 6 до 6. Короче, с 6 до 6, 12 часов, там по желанию, как обычно у нас в Байке происходит, то есть обед, отдых, это все по желанию, кто как захочет. Катаем как, пылесосом или право выбора до активности? У тебя платина, платина, ничего нет? Ничего нет. У меня сейчас серебро, 4,87. У тебя на без нас стоит. Короче, пылесосом. В общем, катаем пылесосом, потому что у Виктора серебро, и он не может пропускать до 90. Вот, поэтому катаем пылесосом. Ну и, как обычно, для мотивации по пятерочке. Сразу так. Мы в прошлый раз, по-моему, по пятерочке ставили. Нет, по две вроде ставили. Ну, не знаю, смотри сам. Давай по две, не будем рисковать. Давай по три, ладно. Ставим 3000 на кон, то есть по 3000 в банк, и кто выиграет, тот заберет. Ну, в принципе, такие вот дела. 12 часов, пылесос. Алмата, минивэн против эконома. Погнали. Какие-то чудеса, мой телефон тоже заразился минивэном тарифом, что ли. Короче, по эконому, ладно, по минивэну. Велика вероятность того, что заказов мало. Вот. Подачи вот такие. Гульдала, Каскелен, Талгар приходит. Короче, вообще непонятно, что заказы минивэна, походу, мне приходят. А минивэн вообще молчит, не стреляет. 30 минут мы уже стоим и никак не можем взять заказы. Короче. О, что-то нормальное пришло. Надо стык 52 плюс 400. Наконец-то эконом уезжает. С новой ЖКшки с этой. Ну все, удачи. Ты это,
Спать будешь, не храпи. Что-то, да, действительно приходили долго заказы, ну, нормально, то есть дальнюю подачу мы не стали брать, да? И дальние подачи эти стреляли, и стрелял Талгар, и Каскелен, и Кульдала, и, короче, вообще непонятно. Обычно здесь такие заказы редко стреляют. Но, тем не менее, спустя полчаса я взял первый заказ, 400 коэффициент. На достык поеду. В общем, погнали. Первый заказ 15 минут 15 километров, 1930. Есть следующий заказ с коэффициентом 1100. Отменили заказ, пришел следующий заказ с пониженной комиссией 1200. Отменили этот заказ. И этот заказ отменили. Короче, тот заказ отменили, пришел коэффициент 1200. Коротыш тут пониже до комиссии. Вы тоже отменили. Здесь хорошо горят койка. Сейчас посмотрим, что будет. Приходит тут тоже следующий заказ. Коротыш на 6 минут, коэффициент 950. Все сюда разъезжаются. Несут труп, я не знаю, мне или не мне. Еле на ногах идет. Но заказ отсюда, здесь больше никого нет. Трупов я не вожу. Сейчас он мне еще наблюет здесь в машине. Да, с утра весело. Один синий, другой вообще изолента. И на ногах не стоит. В общем, они сами отменили этот заказ. Не пришлось мне ждать 10 минут. Но приходит опять их заказ. Опять пришлось взять минус 7, потому что потери активности. Вообще. Хотя, в принципе, пылесосом же катают. Можно было не пропустить. Что активность мне это позволяет сделать. Ну ладно. Нажал на месте, сейчас отменят. Потом, ну, там нереально. Лучше я потеряю немножко времени, сейчас посижу и отменю заказ, нежели я могу потерять гораздо больше времени. Он реально не держится на ногах. Возможно, на видео это видно. Он заблюет либо салон, либо уснет потом, его не добудешься. Еще и одного вдруг управит вообще, короче. Печаль. Пришлось опять принять их заказ. Надеюсь, отменят, но если сейчас пальцем по телефону попадут. Коэффициент был 950, первый раз приходил заказ, а сейчас коэффициент 150. Короче, коэффициенты сдулись резко. Как надулись, так и сдулись. В аэропорт плюс 250. 19 километров я в аэропорту, 25 минут, 2320. Смысла в аэропорту ждать заказ никогда не вижу. Стоять в очереди и вот это катать вату. Поэтому сразу отсюда уезжаю. Заказ. Не с аэропорта. На выезде. На Садвакасово. 25 километров. На другой конец города. 24 километра, 25 минут, 2450. Следующий заказ. Попутчик. Тариф попутчик 11 километров, 15 минут, 1460. Второй так и не прилип. 6 километров, 8 минут, 1270. 3 километра, 7, 8 минут, 830 тенге. 14 километров, 22 минуты, 2550. Стрелял здесь заказ с коэффициентом 1200, отменили. За ним пришел 1400. 17 километров, 25 минут, 3380. 10 минут, 5 километров, 1240. 8 километров, 10 минут, 1520. Предыдущий заказ 17 километров, 26 минут, 1910 тенге. И сейчас 700 метров, 5 минут по бездорожью Шапогата, 390. Спасибо за поездку. Будет оплачен наличный. Пожалуйста, убедитесь, чтобы не оставили в автомобиле.
Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, смотрите, мы там сейчас одна девочка там маленький пакет должна передать. Вы можете вот это передать? Взять пакет и по дороге где можете взять? Заехать. Нет, я не могу взять, потому что вы вызвали тариф эконом. А нам нужно вызвать тариф доставка. Да, ну я вам разрешаю там подарки там. Спасибо, что вы мне разрешаете, доставки я не катаю. Никак вообще, мы сами смотрите его. Нет, сразу. Отмените, пожалуйста, заказ. Давненько у меня передастов не было. Я вам разрешаю взять людей до своей хаты. Спасибо. Заказ отменим. Ну хоть сразу отменили. Без выебонов. Ну, алейкум салам. Спасибо. Я Абайхан Зеро. Да. Да меня тоже вызывал, блядь. Стоял 20 минут, отказал нас. Такой хуйня. Так и не вышли, в смысле? Да, не вышли. Где-то здесь. Такой я стоял. Интересно, да? Водитель говорит, приехал на заказ, на мой заказ тоже, на Абайхана 66, и никто не вышел. Сейчас посмотрим, выйдет, нет, может быть. Проучим их, тоже откажем. Если вы не едете, да, зачем вызывать заранее, либо если вы передумали, но отмените заказ, окей. Человек просто 20 минут потерял. Здравствуйте. Зачем вы вызываете одну машину, потом вторую? А человека задержали. Человек 20 минут стоял, вас ждал. Вы потом вызываете другую машину. Так делается? Вызовите еще третью машину, подождите. Я вас не повезу. Так нельзя делать. Заказ отмените и выйдите с машины. Умники, вот как так можно, да? То есть не ценить чужое время. А, я там не успел, а человек приехал, 20 минут прождал ее. Она решила за платное ожидание не платить. А вызвать другую машину. Почему бы нет? Все еще раз, может, будет ценить чужое время. Хотя, я думаю, вряд ли. 17 километров, 27 минут, 1920. Спасибо за поездку. Решил я по-быстрому перекусить. Время уже 12. Как бы половина байки позади, 6 часов, да? Еще 6 часов, надо быстро перекусить. Сейчас с Виктором тоже списывались, он... Сделал 6, по-моему, заказов, а я уже 13 шарахнул. Ну, понятное дело, что он его сука, конечно. Минивэй не меньше количество заказов, но сумма, в принципе, так же по этому заработку. Не знаю, мы не поинтересовались друг друга, сколько кто сделал по сумме, да? Так, оставляем такую загадку до конца. Ну, я думаю, плюс-минус примерно одинаково. 8 минут, 3 километра, 800. Здравствуйте, намордник есть? Да, но не кусается. Только в наморднике. Проблема. Что не проблема? Намордник? Не кусает, ничего. Я понимаю, положено только в наморднике. Вы же сами понимаете, это животное. Где-то машина посигналила, испугалась собака. Только в наморднике. Это в правилах прописано в приложении. Что вот за люди, а? Огромная собака, овчарка.
Это же животное. Ни, ты не знаешь никогда, что у животного на Луне. 6 километров, 12 минут, 1440. Спасибо за поездку. 7 километров, 1130 тенге, 12 минут. 12 минут, 5,5 километров, 1490. Приходит мне заказ, куда вы думаете? Шымкент. Походу ошиблись, Тажибаева 162. У нас тоже есть Тажибаева. Вот звонят. Алло. Да, здравствуйте. Я подъезжаю к Новаи, да. А с какой стороны? С Аль-Фараби, да? С Аль-Фараби сверху, да. А я вот где Той Март магазин стоит, прям напротив. Напротив, напротив Той Марта? Ну, возле Той Марта, в смысле, да. Хорошо. Ехать в светлой пушке. Хорошо, сейчас подъеду. А у вас какой раз? Тажибаева, да? Тажибаева, да. Это вот где-то в этом районе, да? Сейчас я подъеду. Ну да, ошибка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас ожидает, а я вас не вижу. Потому что у вас точка стоит выше. Да? Во-первых. Во-вторых, у вас заказ знаете куда? Куда? Тажибаева 162, город Шымкент. Да вы чего? В Шымкент едем. А как можно перебить, а? Ну, поменять адрес нужно, давайте. Я вот не знаю, как отменить, да? Нет, нет, нет. Поменять адрес. На адрес нажмите. Давайте я помогу. И у меня улица Тажибаева. Ну, а город Шымкент стоит. Ну, мне показывают 12 часов. Ну, ну, потому что туда далеко ехать. А точно есть такой адрес? Да. Тажибаева 162. В Яндекс не выходит. А там угол какой, не знаю. Дальше косяк, может, я неправильно говорю. Может быть, сейчас на другой улице. Тажибаевой. Тажибаевой, да. Да. Есть, да? Да. Так, это я просто неправильно набирал. Теперь да. Куда мне нужно? Давайте. Бывшая 19-я линия. Пассажир изменил конечный адрес. Улица под Шаем Тажибаевой, 162. А то я думал, в Шымкент поедем. А там, может быть, еще изменится, чуть-чуть добавить сейчас по счетчику. Тут рядышком, скорее всего, не изменится. Сумма 780. 780. 500 это стартовая, когда адрес меняете, он по счетчику считает до конца поездки. 8 километров, 15 минут, 2000. Была функция перевозка домашних животных. Зарплата 300 тенге. Заказ будет оплачен наличными. 17 километров, 23 минуты, 1870. 1 километр, 6 минут, 640. Сказали такси, точка стоит на остановке. Здесь стоять нельзя. Стою, уже стою, никого нет. Не знаю, набирайте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не мразь ли вот, скажите? Уехал ты на автобусе или на другом такси? Ну, отмени. Так, завершаю, я двух попутчиков взял. Около 15 километров, примерно 30 минут. 1520, 1510. Спасибо за поездку. Около 30 минут надо их потратить. 19 километров, 21 минута, 1710.
Так, завершаю я поездку. Время 4, начало 5. 900 тенге эта поездка была. И мы решили завершить бойгу. Мой оппонент уехал с заказом в Узынагаш. Обратно, естественно, вероятность очень маленькая, что он уедет по минивену в Алмату. Плюс он в той стороне, примерно в тех краях живет. И поэтому он вышел на связь, говорит, что, как будем делать. Я говорю, ну давай завершим, что тянуть кота за яйца. И поэтому это был последний заказ в зачет. Сейчас будем подводить итоги. Ну вот и подошел день. К концу наш интересный рабочий. Сегодня воскресенье, интересное было. Два раза съездил в район Алмарасана. Люди отдыхать ездят, а я работаю. Но мне это тоже нравится. Само по себе я в горы люблю, и поэтому мне нравится горы ездить. Интересные случаи. Люди ехали на Медеу и прикалывали, что у меня Honda. Потому что в фильме Дэдпул и Росомаха, они там машины хаяли. Но я не знаю, как по мне, я не смотрел такие фильмы. Но им понравилось. Мы посидели, посмеялись все вместе, веселой компании. Их было 5 человек. И вот международные такие они турки были, на английском между собой разговаривают, на турецком. И переводчики сидят, как я понимаю, либо гиды они какие-то, либо еще что-то. Ну и сидели, общались вместе. Потом девушки. Девушки были. Получается так, что предыдущие тоже ехали отдыхать, и было ведро с картошкой замоченное, и немножко воды пролилось на полик. Девушка вытряхнула эту воду, сама мне показала, что она вытряхнула воду, но получилось так, что все равно мокрое осталось. Теперь следующая пассажирка села спереди, и пакет у нее был с вином, бутылками. Теперь она встает, выходит, а пакет-то мокрый из-за того, что он лежал. И она говорит, я подумал, у меня драгоценность вылилась. Я говорю, нет, не переживайте. И рассказал ей историю, что вот вылилась вода. Они поблагодарили меня, что так довез их, все хорошо, им понравилось. Ну, вот такой вот день. Не тяжелый, не легкий. Такой стандартный день. Давайте подведем итоги. Итак, проехал я в Байгу сегодня 280 километров. 9 заказов сделал, проехал 260 километров. Выполнил я, в отличие от минивэна, 25 заказов. Грязная сумма 41 630 тенге. Заказы по карте на сумму 14 920 тенге. Заказы по наличке на сумму 23 860 тенге и бонусы 230 тенге. То есть мы считаем по грязной сумме. Общая сумма вот такая у меня и вот такая у минивэна. Поэтому здесь все очевидно. В общем, такая у нас небольшая байга получилась. Ну как байга, да, сравнение эконом-минивэн. В принципе, можно сказать, что наравне. Потому что он сейчас уехал в Узынагаш. Если бы мы продолжали дальше, да, то есть у нас полтора часа еще до окончания байги, ну, если бы он день в Каскелене, например, поймал заказ, да, все равно какая-то потеря времени, но, может быть, был бы хороший заказ, конечно, я не спорю. То есть мне тяжело все равно догнать, но, опять же, я полагаю, что минивэн вне сезон, он, наверное, выходные дни, да, а в будние дни... Ну, куда люди ездят в будние дни? Выходные, понятное дело, вот сегодня Виктор поднимался там один раз, по-моему, на Медео, два раза в Алма-Арасан и уехал вообще, да? Куда он там уехал? В Узынагаш. То есть нормально, неплохо, почему нет? Единственный вопрос, как другие дни? Ну, когда ты катаешь минивэн, у тебя есть эконом, ты другие дни можешь катать эконом без проблем. Поэтому неплохо, неплохо. Спасибо, что посмотрели. Всем всего хорошего. Пока. Удачи. Почему я выбрал таксопарк «Я партнер»? Меня сразу привлек бонус 5000 тенге для новых водителей. Я получаю платежи от клиентов на Яндекс.Про через Каспи QR. Помогли открыть ИП и полностью всю работу с отчетами и налогами взяли на себя.
на руки выходит до 1 000 000 тенге, если катаюсь по 14 часов в сутки. И все эти приятные бонусы никогда не заканчиваются. Всем советую этот таксопарк. Оставляйте заявку для регистрации, чтобы работать с Я-партнером.